Стенка, забор, туннель, слалом, частокол, бег против часовой стрелки и сосредоточенность на препятствиях по приказу хозяина. Это состязание в ловкости. Спорт, которому чуть больше 20 лет, но которым уже увлеклись миллионы собачников в мире. А главное, это развлечение для собак, хозяев и публики. Скучать здесь не придется. Все при деле и все довольны. Собачья ловкость. Состязания в ловкости были придуманы в Лондоне в 1978 году. Джон Варли входит в оргкомитет Крафта, самой престижной выставки собак в Англии. В перерывах между соревнованиями он придумывает все более увлекательные аттракционы. А дело это нелегкое. У Крафта богатейшая история, и публика уже видела практически все. Если ничего оригинального в ассортименте нет, значит, надо что-то придумать. Так у него возникла идея создать мини-ипподром по собачьим меркам. Он поделился ею с известным тренером и судьей Питером Минвиллом, и вместе они набросали проект устава. И вот в 78-м зрители Крафта увидели первое выступление. Восторгом не было предела. На следующий год клуб British Kennel уже опубликовал устав, и состязания в собачьей ловкости начали проводиться по всей Европе. Огромная заслуга принадлежит Питеру Льюису, который не является создателем нового вида спорта, но способствовал его популяризации во всем мире. Состязаться в ловкости могут все собаки. То есть буквально все, родословное никакого значения не имеет. Это самый демократичный спорт в собачьем мире, хотя на отдельные конкурсы допускаются только чистокровные собаки. Размер тоже не играет первостепенной роли. Есть две категории конкурсов. Одна для больших собак, другая для маленьких. Последняя именуется мини-ловкость. Рост ее участников до 40 сантиметров холки. До недавних пор о породах, отличающихся особой ловкостью, речь не заходила. Немецкие овчарки побеждали больше числом, чем умением. Не то чтобы это самая распространенная порода, просто овчарки первыми стали участвовать в соревнованиях, при том, что в собаководстве они всегда считались наиболее тренированными в связи со спецификой своей службы. Таким образом, вначале шли немецкие овчарки, потом доберманы, боксеры, бельгийские овчарки. Чуть позже к ним примкнули пластичные далматины и кое-какие охотничьи породы. И, наконец, бордер-колли. Эта порода, малоизвестная в Италии, до недавних пор произвела революцию в состязаниях. Сегодня она уже стала признанным чемпионом. Среднего роста, сухопарый и резвый, бордер-колли необычайно умен и послушен. Вне всяких сомнений, это идеальные качества для состязаний. Но ведь не только же бордер наделен ими. Видимо, имеет смысл говорить о пригодности к состязаниям не пород, а отдельных собак. Ведь, как уже было сказано, беспородные также с успехом в них участвуют. Есть дворняжки, буквально созданные для этого. Но и многие породистые собаки им не уступают. Для этого достаточно быть резвыми, не слишком тяжелыми на подъем, послушными, веселыми и азартными. Бордер-колли — это, пожалуй, лучший выбор для хозяев, мечтающих о состязаниях. Если вы задались такой целью при покупке щенка, берите, не сомневайтесь. Но имейте в виду, бордер — довольно сложная собака для новичка. Он становится чемпионом лишь когда за ним стоит опытный и физически сильный собаковод, хорошо понимающий собачью психологию. А новичкам не стоит заводить слишком резвых и слишком хитрых собак. Лучше готовить к состязаниям более спокойную, уравновешенную и управляемую собаку. Хорошо смотрятся овчарки, особенно немецкая, поскольку она очень послушна, но прекрасно подходят и подружейные породы. Среди охотничьих пород приоритет держат ретриверы, особенно золотистые и гладкошерстные.
Нередко в состязаниях участвуют лабрадоры, но необходимо учесть. Если их темперамент отлично сочетается с этим видом спорта, то нельзя сказать того же об их конституции. Они слишком тяжелы. В принципе, нельзя предъявлять чрезмерные требования к большим тяжелым собакам. Иными словами, состязание – это игра. Тренировки должны быть легкими и приятными, а ни в коем случае не постоянной изматывающей обязанностью. Все это касается и мелких собак. Если собака высотой 40 сантиметров легко берет препятствие, то для собаки ниже 30 оно может оказаться непосильным. Необходимо, чтобы тренинг в ловкости учитывал реальные возможности животного. Ведь главное — получить удовольствие, а заработать не травму. Состязание в ловкости – это спорт со всеми вытекающими последствиями. И как в любом спорте, здесь есть прирожденные чемпионы, есть спортсмены с несгибаемой волей к победе, а есть и типы, которые никогда не перешагнут уровня любителей. Не беда, развлечения и веселья хватит на всех. Надо только хорошо знать собственные возможности и не стремиться прыгнуть выше головы. Даже очень способная собака ничего не добьется, если хозяин не рассчитывает ее сил. Ловкость – это парный спорт, точно такой же, как конный, который и послужил ему вдохновителем. В отличие от собаки, хозяину не нужны блестящие физические данные. Ему, конечно, придется бегать, поэтому хорошая форма не повредит. Но чем лучше он все рассчитает, тем меньше будет беготни. Наиболее опытные тренеры умудряются провести собаку, не двигаясь с места, лишь подавая ей команды издали. Короче, спортивная форма – это плюс, но не решающий фактор. От идеального тренера требуется твердость и ласка. В ловкости, как правило, преуспевают веселые собаки, которые играючи с удовольствием берут препятствия, а не подвергаются принуждению или, хуже того, насилию. Но не достигнет хороших результатов и слишком снисходительный тренер, не контролирующий ситуацию и поддающийся на уловки собаки. Оптимального равновесия достичь не так уж трудно, если хорошо знать собачью психологию. И всем сердцем любить своего друга. Однако спортсменам, тренерам и психологам в одночасье не становится. Хорошо, когда новичок выходит на состязание под руководством опытного инструктора. А «делай, как знаешь» в данном случае не руководство к действию. Совсем не обязательно проводить на площадке 24 часа в сутки. Но правильные инструкции необходимы, равно как и анализ результатов со специалистом, который своевременно исправит ошибки, пока они не стали хроническими. Прежде чем подойти к препятствию, собака должна твердо знать основные команды. Сидеть, лежать, место. Должна мгновенно откликаться на зов и ходить рядом, как на поводке, так и без поводка. Немаловажная деталь. Во всех прочих собачьих дисциплинах собака обычно идет слева, а для состязаний она должна уметь идти рядом и справа от хозяина. В маршрутах ловкости предусмотрены повороты направо и налево. А хозяин должен иметь возможность из любого положения подозвать собаку к ноге. Легче всего прививать основные навыки щенятам. Идеальный возраст для начала тренировок от 4 до 8 месяцев, в зависимости от индивидуального развития собаки. Совсем не обязательно эти упражнения проделывать на треке состязаний. Подойдет и обычная собачья школа. Те, для кого состязания являются главной целью, должны постепенно приучать к этому собаку как издали, так и вблизи. Необходимо отрабатывать команду места, расхаживая вокруг собаки с тем, чтобы полностью ее контролировать.
Цепочка «команда, выполнение, вознаграждение» должна быть максимально быстрой. И точно такой же в противном случае «команда, невыполнение, наказание». Наказывать надо не побоями, даже легкими. Ведь во время состязаний собаки может рядом и не быть. Так что лучше просто поругать. После основной подготовки можно знакомить щенка с препятствиями. Этот шаг обычно совершают в год, год и два месяца. Наиболее одаренные могут начинать и раньше, но избегайте больших нагрузок, поскольку физическое развитие еще не закончено. В любом случае, слишком высокие показатели и не нужны. Все наездники хорошо знают, скачки — это забег на время, а не силовая гонка. Щенок должен приобрести гораздо более важные навыки послушания хозяину и знакомства с препятствиями. Давайте и мы с ними как следует познакомимся. Прыжок в высоту можно выполнять через съемный барьер, изгородь или щит. Тренинг всегда начинается со съемных барьеров, которые можно установить на желаемую высоту. Начинать обучение надо, держа собаку на длинном поводке. Ошейник затягивайте не туго, но и не слишком слабо. Хорошо подходят кожаные или нейлоновые. На первых занятиях препятствие следует установить на высоте 20-40 сантиметров, в зависимости от роста собаки. Есть несколько способов заставить собаку прыгать. Так, например, посадить собаку перед препятствием, самому перепрыгнуть и весело позвать ее, а затем отдать команду «Хоп!» и, взмахнув поводком, послать пса через препятствие. Не всегда собака поймет с первого раза, но постепенно мы добьемся нужного результата. Одни хозяева предпочитают стоять сбоку от препятствия, другие — прыгать вместе с собакой. Выбор опять-таки зависит от характера и реакции питомца. Главное, после выполнения прыжка собаку всегда требуется хвалить и награждать. В этом случае прыжки ей понравятся, и она будет ждать следующего раза. Когда собака освоится с низкими препятствиями, можно постепенно повышать уровень, пока он не достигнет высоты, указанной в правилах. Техника прыжка в длину такая же, как и в высоту. Напомним, что в начале ширина препятствия должна составлять не более 40-60 сантиметров. Прыжок через камеру отличается тем, что требует большей точности и с первого раза может напугать собаку. Поначалу камера должна почти лежать на земле. Хозяин, стоящий по другую сторону камеры, подает собаке команду «Ко мне». Преодолев изначальную нерешительность, собаки начинают охотно прыгать через отверстие. Тогда можно понемногу поднимать камеру до высоты, предписанной правилами. Учтите, камеру надо подвешивать так, чтобы с боков и снизу оставалось свободное пространство. Рано или поздно все собаки пытаются схитрить. Хозяин с первого раза должен остановить пса строгим «нет», с тем, чтобы подобное не повторялось. Стол сочетает прыжок вверх с упражнением на послушание, место, и может представлять определенную сложность. Особенно трудно приходится с подвижными собаками. Они с готовностью впрыгивают на стол, но слишком спешат спрыгнуть вниз. Они делают это нарочно. Им не терпится продолжить путь, а иной раз у них просто отсутствуют тормоза. Чтобы добиться четкого исполнения, нужна особая команда, не просто «хоп». Наиболее распространенными являются «подъем», «наверх» или просто «стон». Важно, чтобы собака научилась не только прыгать, но и задерживаться на столе. При этом собаке надо уметь застывать в трех позах: стоя, сидя и лежа.
Время пребывания на столе 5 секунд. Но на тренировках его надо варьировать, чтобы избежать ошибок в дальнейшем. Собака должна спрыгнуть по команде хозяина, а не отсчитав секунды в уме. Наши питомцы учатся этому очень быстро. Если собака неохотно подходит к столу, можно сначала взять невысокий стол, каким обычно пользуются на мини-ловкости. Зона остановки — это, строго говоря, не препятствие. Собака должна остановиться в квадрате 120 на 120 сантиметров, ограниченном деревянными рейками. Трудность состоит в том, что зону остановки трудно разглядеть издали. В высокой траве ее вообще не заметишь. И собака вполне может проскочить мимо. Чтобы научить собаку останавливаться в квадрате, можно положить в центр ее любимую игрушку или какое-нибудь угощение. Туннели бывают двух типов – жесткие и мягкие. Метод обучения тот же самый. Помощник удерживает собаку, а хозяин зовет ее с другой стороны туннеля. Начинает всегда с жестких и максимально коротких туннелей, чтобы пес к ним привык и не испытывал неловкости или страха. Команды могут быть следующими – вперед, внутрь, труба и тому подобное. Одна команда годится для обоих туннелей, но лучше их разграничивать. Тогда собака сразу поймет, в какой туннель надо бежать, даже если вы довольно далеко от нее. На перекладине, чистоколе и весах имеются так называемые контактные зоны. Они обозначены контрастным цветом, обычно красным на желтом фоне. Собака должна наступить на них хотя бы одной лапой, иначе ей снизят очки. Все три препятствия могут напугать вашего питомца. Особенно весы, которые вдруг опускаются, когда пес дошел до середины. Чтобы избежать эксцессов, надо держать собаку на коротком поводке и поставить с другой стороны помощника. Если видите, что собака теряет равновесие, надо ее поддержать и успокоить, чтобы страх перед препятствием не укоренился. Для подготовки к весам помощник может придержать доску, чтобы она опускалась не резко, а плавно. Со временем ваша собака обретет уверенность. Когда это произойдет, не допускайте излишней бравады. Не давайте ей спрыгивать с препятствия слишком резко. Следите за тем, чтобы она прошла все контактные зоны. В этих случаях основной становится команда «тихо», а в контактных зонах – «место». Слалом, безусловно, самое сложное препятствие. Оно требует длительного обучения, и на нем собаки допускают больше всего ошибок. Обычные команды на этом препятствии – вперед или слалом. Методов обучения очень много. Их надо выбирать по типу темперамента, характера и пристрастий собаки. Любящие гонять мячик будут охотно бегать между столбиков. Вечно голодных нужно вначале угощать. Перечислить все способы невозможно. Мы лишь напомним, что в слаломе необходима скорость, поэтому пса надо постоянно понукать. У хозяина же на этот случай есть тройное секретное оружие. Терпение, терпение и еще раз терпение. Мы обучили собаку преодолевать все препятствия и думаем, что она уже готова к состязанию. Это ошибка. Собака окончила только начальную школу ловкости. Теперь ей предстоят средняя и высшая. С хорошим тренером она со временем поступит в университет. Но путь еще очень долог. Выйти на трек гораздо труднее, чем преодолеть отдельные препятствия. Здесь вступает в полную силу тандем хозяин-собака. На этом этапе также важна последовательная подготовка. Беготня сбивает пса с толку, месяцы тренировок пропадают впустую. Опять-таки надо запастись терпением, никакой спешки. Только методичная, организованная работа дает хорошие результаты. Излишний нажим не даст собаке подняться выше посредственного уровня.
Готовя пса к треку, сперва заставьте его выполнить 2-3 прыжка в высоту по прямой линии. Хозяин поначалу сопровождает собаку, идет справа или слева, а иногда остается за первым препятствием. Пусть собака учится слушать команды и вблизи, и вдали. Если собака слишком резва или начинает играть среди препятствий, полезно подзывать ее к ноге после каждого прыжка. Скорость потребуется после овладения мастерством. Вначале она только мешает. Когда собака научится в совершенстве одолевать препятствия по прямой, начинайте вставлять повороты направо или налево. Затем добавляются прыжки в длину, туннели, стол. Усложняются и повороты. К примеру, можно под углом поставить жесткий туннель. Далее можно вводить препятствия с контактными зонами. Поначалу хозяин не должен отходить ни на шаг, ведь маршрут порой так возбуждает собаку, что она может забыть про контактные зоны. Последним подключают слалом, к которому собака вначале подходит только по прямой. Это препятствие требует наивысшей концентрации. Поэтому не надо нервничать, если собака ошибется. Приобретя опыт, она будет проходить слалом на большой скорости из любого положения. Через несколько месяцев постоянных тренировок наш тандем будет готов к первому состязанию. Но не стоит сразу рассчитывать на высокий результат. Новая обстановка, публика, суматоха отвлекают собаку. Необходимо время, чтобы она привыкла к новым условиям и вела себя так же непринужденно, как на своем поле. Питомцы совершенствуются день ото дня. И как знать, быть может, со временем и мы выйдем на мировой уровень, а пока будем довольствоваться простейшим уровнем состязаний. Радоваться первым успехам, зарабатывать первые дипломы и награды за ловкость. Пока вы тренируете свою собаку, не забывайте, что главная цель состязаний – получить удовольствие. Приступая к тренировкам с непомерными амбициями, вы исказите истинный дух этого прекрасного вида спорта. И последнее, особенно важное наставление. Будьте снисходительны. Не надо забывать, что нет предела совершенству, что наши питомцы – существа разумные, покорные и добрые. Пылкие и простодушные, готовые на все, лишь бы угодить нам. Поэтому проявляйте к ним аналогичную доброту и благоразумие. Хороший тренер понимает, если собака ошиблась, в этом почти всегда виноват человек. А самый лучший тренер совсем исключает это «почти».